Всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку, за подписку. Подписывайтесь. Всех с наступающими. И сегодня у нас новогодний салат на праздничный стол. Смотрите, какой он красивый. Готовится быстро, просто. Кушать можно без всякой пропитки сразу. Сделали и можно есть. Кому интересно, как его готовить, смотрите вместе со мной. Готовим новогодний салатик. Очень вкусный, простой в приготовлении. Для начала нарезаем куриную копченую грудку маленькими квадратиками. Есть 250 грамм. Вот такими вот квадратиками нарезаем всю грудку. Берем блюдо, делаем на дне маленькую сеточку из майонеза. Вот так нижний слой. Немножко утрамбуем. А теперь сверху сырный слой. 250 грамм сыра натираем на мелкую терку. Можете сырки, кому что нравится. 250 грамм. И добавляем сюда 2 зубчика чеснока. Сыр, чеснок. 2 ложки буквально майонеза. Все перемешиваем. Вот такая масса получилась. И этим сыром покрываем нашу грудку. Вот так немножко придавили ложкой, распределили. И сверху сейчас вареная морковочка, натертая на крупную терку. Отварная морковочка на крупную терочку. И выкладываем сверху сыра. Распределили, немножко придавливаем и делаем сеточку из майонеза. Берем яблочко, натираем на крупную терку без кожуры и отправляем поверх морковки. Яблочко должно быть кисловатое. Яблочки поверх морковки приминаем немного, придавливаем. И сейчас сверху последний слой, 3 яйца, натертые на крупную терку. Смотрите, он уже красивый. Сняли форму. Сверху яйца покрыли сеточкой с майонеза. И теперь надо будет его украсить по-новогоднему. У меня гранат и киви. Верхушку. Смотрите, какой он аппетитный и красивый. Вот наш салатик готов. Посмотрите, какой он красивый. Очень аппетитный и вкусный. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.